я пересаживаюсь на этот трамвай. Консерватория. Вот это красно-оранжевое здание, консерватория. Народу тьма. А нас... Такие смешные вон те женщины, вот сейчас ходят, они с тележкой накупили всего, и они хотели вот здесь вот пройти, мимо меня, туда куда-то, назад. Чуть не поругались, по-моему. Либо она одна была, ну, в общем, их там двое галдело. Этот сзади меня сидел, вот, который, у которого в зубах там то ли спичка, то ли сигарета, вот он выходит. Ну ничего, так они реагируют спокойно. И на речь, и на съемки. Их двое, вон они идут с тележкой своей и с покупками. Тоже красивое здание такое. Практически ничего не пропускаю. Мы сейчас стояли на остановке и тронулись, и я сразу начала снимать. Долго стояли. Там ни зайти, ни выйти. Вот. Оказывается, такая красавица рядом была, белоснежная. Кстати, вот сейчас проезжаем в магазин Nordstrom Rack. Вот бутики пошли. Ray-Ban. Такой никогда не слышала. American Eagle. Что это, уж не знаю. Adidas.
Michael Kors, это бутики, все. Вот он, Levi's. Я, наверное, выхожу. Я же обещала это заснять.